я одна стою на берегу, машу рукой, а сердце замирает, и ничего поделать не могу. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу, машу рукой, а сердце замирает, и ничего фоткай иногда меня, что-то я все снимаю, а ты меня нет. Дождались самого главного, когда прозвучит старт. Но прежде чем прозвучит сигнал старт, для наших нетрадиционных плавательных средств мы попросим, уважаемые пираты, поймите нас, хоть я и понимаю, что вы сегодня добрые, но подвиньтесь немножко, пожалуйста, свое судно, чтобы не мешать другим участникам спокойно и уверенно плыть только вперед. Напоминаем, линия старта — зеленые буйки, оранжевые буйки — линия финиша. Темно. Итак, когда прозвучит сигнал, мы попросим воспроизвести этот звук. Всем наверняка слышно, это будет означать о том, что дан старт всем нетрадиционным плавательным средствам под номерами от 9 по 23. Итак, уважаемые члены жюри, уважаемый главный судья Дмитрий Иванович, не вижу вас, к сожалению, где вы? Вы готовы, Дмитрий Иванович? Плаватели средства все готовы, Дмитрий Иванович готов. Уважаемые члены жюри, приготовьте ваши секундомеры. Команды готовы? Готовы, дети? Готовы? Да, капитан. Болельщики готовы? Да, капитан. Прекрасно. И я напомню нашим участникам, если вы по каким-то причинам не сможете доплыть, не расстраивайтесь. Ведь главное участие, но самое главное, конечно же, показать всем еще раз свое плавательное средство. Ну и, конечно, сейчас мы узнаем, кому улыбается Фортуна. Ну что, готовы? Команда готовы? На старт! Внимание! Старт! Да, вперед! Ведь как
все говорят, главное участие. Вы посмотрите, какие замечательные плавательные средства. Команда номер 15, как настроение? Как плывется? Нормально? Силы есть? Есть, говорят участники. Пожелаем вам только удачи. И, конечно, обязательно доплыть. Доплыть, попытаться доплыть до финиша. Не торопитесь, все у вас получится. Команда новая, команда еще учится работать вдвоем, как одно целое. И, конечно же, давайте еще раз поддержим всех участников, независимо, удалось им сегодня или, к сожалению, судно их по какой-то причине подвело. Уважаемые традиционные плавательные средства, Волга ваша, пожалуйста, покажитесь еще раз и осетр, и ангелов, и нашу икру астраханскую, и мартешип, пожалуйста, занимайте свободные места, покажите всем пираты, попутного вам ветра. Мы приглашаем всех, кто уже достиг финиша, вернуться сюда и еще раз показать свои плавательные средства. Ну, конечно, болельщики, поддерживаем, ведь им и так нужна ваша поддержка. А пока наши участники плавают, показывают собственные средства, мы приглашаем сюда к нам на сцену творческое объединение «Голос Каспия». И на сцене Наталья Исаева. Встречаем! Обычный, ты был обыкновенный, золотая рыба.